Привет! Меня зовут Аня, я родилась, мы 5 месяцев. Мы находимся в Таиланде, поэтому будем пробовать тайские вкусняшки. Вот что мы будем пробовать в моем видео. Также мы будем пробовать Лёвиным видео вкусняшки, поэтому приходим по ссылочке и смотрим. Теперь начнем ролик, ставим лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал Лёвин. Также подписывайтесь на все мои соцсети, я там вкладываю много всего с Таиланда. А мы начинаем! И первая наша вкусняшка – это такие вот печеньки. В рублях они стоили рублей 15, наверное, это очень дешево. Очень. Я думаю, всего 4 печеньки, поэтому понятно, почему. Вот, еще показаны какие еще есть виды. Там было Орео, я мог взять, но просто смысл, если это обычное Орео, там за 5 бат, это 10 рублей, ну, в районе 12 рублей, 15 округляем. И как бы 5 Орео, это дешево очень. А минус упаковки, то что ее очень сложно открыть, а у нас рассыпалась печенька. Йоу! Такая печенька. Красивая. И некрасивая. Раз, два, три. В принципе, это было довольно оно вкусно. Не, оно вкусное. Чувствуется как обычное Орео, но в серединке, в конце, есть такое привкусие банана немного. Вот капельку. А это, кстати, с чем? Не, это просто показано, что шоколадное. Но мне вообще понравились, я ставлю 10 из 10. Ну, я ставлю тоже, наверное, 10 из 10. Итак, следующее, это вот такие Харибо. Я ела наподобие Воронежа. Я думаю, они будут очень вкусные. Я видела, но ни разу не ела. Это зубы. Вот зубы. У меня кривые. Пахнут. Давай, раз, два, три. Ну, моя оценка 6 из 10, потому что вкуса нет. Ну, и жрется трудновато. Первое, что я скажу, это то, что он достаточно, да, простой, и, не знаю, я, наверное, это оценил, как мне понравилось. Есть немного кислинка такая, которая добавляет вкуса, он мягкий, наверное, я поставлю 5 из 10, 5 из 10, да. Ну, такие честные оценки. И следующая наша вкусняшка, это вот такой вот киндер. Я в шоке, есть другие виды киндера. Так, мы уже открыли. Он наподобие Трисси выглядит. Я давай ешь. Он так выглядит. Там, в принципе, это все идеальное, но почему я снижаю 1 балл, оно застревает в зубах. Это минус. И я ставлю 9 баллов. Я ставлю 10 из 10, мне все понравилось. Все равно, что в зубах застревает, главное вкусно. Следующее, что будем пробовать в видео, это вот такой лимонад. Я его вообще не думала оставлять, потому что я покупала первый день приезда. Сегодня третий день, сегодня ну, заканчивается. Второй с половиной. Ну да. Вот, давайте открывать. Тут, короче, какой-то чувак. И он с виноградом. Он вкусно пахнет. Поэтому 10 из 10. Фанта была приторно сладкая. Так, я, наверное, поставлю 9,5, но прям чуть не дотянула. Хотя, ладно, 10, прям все идеально, но чуть-чуть есть такое, как сочувствие. Я не знаю. Что-то не так, короче. Да, 10. Следующая наша вкусняшка, это вот такие вот, короче, трубочки с шоколадом. Ты правильно стороны показываешь? Да, молодец. Мы обычно видели там какие-то покки, но это что-то новое, интересное, поэтому мы пробуем. Вот мне это упаковка тоже слишком сложно открыть. Даже мне нравится, что в Севенах можно купить бутерброды или любую другую еду, и они прям себе приготовят там. Это очень удобно. Там вообще в 7-Eleven, ну, к примеру, короче, в таких магазинах тайских, там все упаковки, они сложно открываются, они какого-то странного такого материала. Не как у нас чипсы, там чипсы совершенно другие. Они острые очень чипсы. Ага, давай. Я ставлю 10 из 10, потому что вкус как-то не особо понятен. Вот. 10. Последняя сегодня вкусняшка, это вот такие печенюшки. Они со вкусом какого-то мороженого или что это, они с сердечками и все. Не могу открыть. О. Они тоже белые, доставай. Они очень пахнут клубникой. Давай. Ой, очень резкий запах.
уже 10 из 10. 10 из 10, потому что оно не пожалели клубники, прям оно да, очень... прям вкусно очень. Ну что ж, к сожалению, это наше видео пошло к концу. Подписывайтесь на мой канал, и смотрите другие видео, которые видите на экране. Также не забывайте про лайк, подписку. Котенок! Их два! Также не забывайте про мои соцсети. А у нас все, и всем пока! Давайте лайк за то, что как бы мы снимали, что творится вот, а как же снимали мы вот тут. На вот этой красоте. Поэтому давайте лайк за то, что мы не постеснялись снимать перед улицей.